Нижегородский «Старт» вернулся на лед после паузы в чемпионате Суперлиги. Напомним, наша команда сейчас выступает в утешительном турнире среди клубов последней четверки турнирной таблицы. Начало выступления на этом этапе у команды Игоря Чиликина получилось провальным. А вот накануне «Старт» чуть не совершил камбэк со счета 0-4. Принимали новосибирский «Сибсельмаш», и там в первом тайме хозяева и пропустили все 4 мяча. Заметим, что в воротах впервые в этом сезоне встал Александр Евтин. Но к нему претензий по поводу голов нет, а вот полевые игроки проснулись только после перерыва. 52-я минута. Евгений Корев с игры. 58-я. Алексей Киселев с углового. И, наконец, 74-я минута. Здесь пенальти реализовал Максим Немцев. К сожалению, в оставшиеся 15 минут «Старт», хоть и имел массу возможностей сравнять счет, больше забить не смог. Тем не менее, остаются чисто теоретические шансы на место в двойке лучших команд турнира за 9-12 места, которые сыграют матчи с двумя последними командами из первой восьмерки за попадание в плей-офф. Для этого надо побеждать в оставшихся трех играх против Кузбасса и Родины.